Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 октября. Память преподобного мученика Петра, пресвитера Капитолийского. Святой Петр родился и вырос в городе Капитолии. Он был женат и имел 3 детей. Отличался мудростью и многих обратил на путь истины. Впоследствии он принял иночество и против воли был поставлен епископом бастрийским, пресвитера. Как учитель христианский, он был схвачен огорянами и отведен в Дамаск на мучение. Там ему отрезали язык, но чудесным образом он стал после сего говорить еще яснее. Затем ему отрезали правую руку и ногу, выкололи глаза, пригвоздили ко кресту и, наконец, отсекли главу. А тело сожгли. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.